Я рад приветствовать вас сегодня на торжественной церемонии награждения победителей премии «Лучший гаджет 2013» по версии Рунета, организованной Hi-Tech Mail.ru. Инновационная премия, мы не стоим на месте и движемся вперед. Даже, например, я не знаю, кто сегодня из этого зала будет выходить на сцену и получать призы. Давайте скорее начнем и узнаем это. 2013 год, наверное, можно отметить несколько трендов. То есть тренд, который в 2013 уже пошел в массы, это Smart TV. А другой только восходящий тренд 2013 года – это носимые гаджеты. Да? Но это и те самые Google Glass, которых пока в России толком никто не видел и не щупал. Это и всевозможные Джобоны, Фитбиты и так далее. То есть устройства, измеряющие твой там, пульс, шагомеры и так далее. Это и часы. Вот еще один, наверное, тренд, который в 2014-м я очень жду, это умная техника бытовая, то есть умный дом в каждый дом, что называется. Не думаю, что в 2014-м он правда придет в каждый дом, но хотя бы появится что-то, что уже попробую я, попробуют мои коллеги, вот такие же гаджетоманы, как мы. Массово будет тестировать Hi-Tech Mail.ru, и думаю, в следующем году категория «бытовая техника» будет гораздо интереснее, бодрее и соберет много внимания. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, где же производится лучшая техника в мире? Наше путешествие стартует, подобно солнцу, на востоке. Что мы знаем о востоке? Здесь выращивают много риса и едят палочками. Земля вращается в направлении востока. Поэтому на востоке восходит солнце. Все? На самом деле, сейчас на востоке восходят новые технологии. Япония. Страна, которая живет в будущем. Люди живут рядом с роботами в полностью автоматизированных городах. Тайвань и Южная Корея. Двое из четырех азиатских тигров. Буквально за несколько десятилетий они поглотили огромное количество знаний и сделали резкий прыжок вперед. Но есть в Азии и настоящий дракон мировой экономики – Китай. Этот дракон поражает своим масштабом и работоспособностью. Поэтому его мощью пользуется весь мир. Так в чем же секрет успеха этих стран? В их тяге к знаниям? В масштабах? В технологиях? А может быть, в рисе? These products are very good products, actually. So it's really happy to see. Yeah. Итак, первый гигант, чьи гаджеты одержали победу в четырех номинациях, компания Samsung. Вы, как и наша компания, показываете очень большой прогресс от года к году. И я со своей стороны могу сказать, что мы тоже сделаем все возможное, чтобы в следующем году завоевать еще больше призов и в еще большем количестве номинаций и категорий, чем в этом. Хотелось бы делать такие продукты, которые удивят всех. Мы уже начали, собственно говоря, изготавливать такие прекрасные инновационные гаджеты. И я хочу, чтобы вот та дорога, на которую мы встали, она шла только, скажем так, вверх, никогда не прекращалась, а наши замечательные инженеры производили чудесную технику. Самый амбициозный план для нас, конечно, это выйти и немножко пошевелить наших конкурентов на рынке смартфонов и планшетов. Но я думаю, что мы с ним справимся. В прошлом году мы заняли твердое первое место по поставкам персональных компьютеров на рынок Российской Федерации. И мы продолжим удерживать лидерство в этом сегменте
в этом году. Также мы планируем закрепиться не только в персональных компьютерах, но и в планшетах и смартфонах, закрепить свое лидерство и войти в первую тройку. Из одной части света мы плавно движемся дальше, на запад. С древних времен европейцы пытаются изучить этот мир. Они отправляли экспедиции и проводили опыты. Именно благодаря европейским ученым и философам наука сделала настолько большой шаг вперед. Так Чарльз Роберт Дарвин разработал теорию эволюции. Александр Белл изобрел первый телефон. Европейская культура проделала большой путь от Моцарта, Бетховена и Чайковского до Битлз и Пинк Флойд. А слияние европейской культуры и науки привело к появлению кинематографа. Так в чем же главное достижение Европы? Все просто. Именно она заставила мир взглянуть по-новому на стиль и качество жизни. Подобные мероприятия организуют для того, чтобы действительно выявить в разных категориях продукты, которые предпочитают пользователи. Вот это очень правильно, и мероприятие очень хорошее. Церемония блестящая, здорово организована, прекрасно, все прекрасно сделано, прекрасные музыканты, все вовремя, прекрасные люди и коллеги, и конкуренты тоже прекрасны. И posso dirvi solo che se con questo prodotto vi abbiamo sorpreso, con i prossimi prodotti vi stupiremo. L'uso è un concetto di lifestyle e quello che vogliamo è tradurre in ogni nostro prodotto questo concetto. Se abbiamo vinto questo premio è perché abbiamo qualcosa di giusto, l'abbiamo fatto. А бытовая техника действительно уже перешла в разряд гаджетов. Она стала высокотехнологичной, красивой, дружественной пользователю. Ей действительно интересно управлять, и можно много что сделать. Я хочу поблагодарить компанию Mail.ru. Я считаю, что это грандиозное событие. Самое главное, я хотел бы поблагодарить всех пользователей, которые пользуются нашими гаджетами. С помощью этой премии мы получили признание миллионов людей. Nokia делает лучшие камерафоны. Lumia 1020 – потрясающий смартфон. Спасибо огромное. Ну, самый амбициозный план – это, конечно, не разочаровать наших пользователей. Мы обязательно представим новые продукты, которые откроют новые возможности. Мы работаем в самой динамичной и инновационной отрасли, в которой каждый день что-то меняется. Теперь я предлагаю обратить свой взор за океан и посмотреть, что же там происходит. Мирового научного прогресса являются Соединенные Штаты Америки. Кстати, Америка – рекордсмен по количеству нобелевских лауреатов и ярких изобретений. Томас Эдисон придумал лампочку, братья Райт совершили первый полет, а Тони Старк придумал железного человека. Здесь каждый изобретатель –
может реализовать свою мечту, попасть в хороший университет, получить инвестиции и хотя бы раз побывать в Диснейленде. США – это еще и родина великих предпринимателей. Они любят рисковать, словно играют в казино в Лас-Вегасе. Они умеют делать из изобретений продукты, а из продуктов – культовые товары. Американские предприниматели могут все, даже летать. В этой свободе и есть секрет успеха США. Злые языки говорят, что люди делятся на две категории. Те, кто не знает Microsoft, и те, кто его не любит. Так вот, наша премия – лучшее доказательство тому, что и знают, и любят. Операционная система Windows – самая популярная операционная система в мире. Больше миллиарда человек ей пользуются. Поэтому то, что ее выбирают, не случайно. С другой стороны, новая Windows, которой, я надеюсь, и вы пользуетесь, она яркая, индивидуальная. Наша компания находится в периоде трансформации. У нас новая стратегия – девайсы и сервисы. И то, что мы сегодня получили приз за лучший гаджет, и то, что за нас проголосовали пользователи Рунета, говорит о том, что мы на правильном пути. Итак, я прошу вас достойно встретить гаджеты, которые больше всего запомнились потребителям своим внешним видом. Победители в категории «Дизайн года». Собираемся запустить новую линейку продуктов и стать номером один в сегменте тач-устройств. Дизайн – это отражение сути, и чем технологичнее устройство, тем оно красивее. Dyson Kinetic – это наш шедевр, и нам очень хочется поблагодарить всех пользователей Рунета, которые это отметили, хай-тек Mail.ru, которые дали им эту возможность.